мы едем в больницу. Что мы делать будем? Операцию, да? Будем удалять стому. Я ступила на камень. Что там? Твой цыпленок. Да. Фотография на память. Да? Пацан, я хотела цыпленку показать. Да, конечно. Какое красивое поле. Там, это осень, здесь, начало осени. Там, уже начинают деревья желтеть. Там, красиво скоро будет. Там, да, электрические провода там. Да, ты объяснил цыпленку, да? Пока, да, показывай все. Цыпленок первый раз едет с Лукасом в больницу. До этого он ездил в больницу вместе с Элиасом и Лукасом, да? Лукас показывал больницу Элиаса, да? А теперь ты покажешь свою дорогу в больницу. Да. Мы едем где-то нам ехать полчаса, да? Примерно. Ну, со светофорами может чуть-чуть побольше. Да, сегодня немножко дождливо было с утра. Ноги, пока будет камера. Снова будет камера, да. Ну, нас этим не удивишь. Мама спокойно смотрит на дорогу, мы не торопимся. И цыпленка тоже не удивишь. Он уже видел камеру одну. На этот раз будем надеяться, что операция состоится, потому что один раз у Лукасика операция уже была назначена и не состоялась, потому что доктор не смог оперировать. Был экстренный случай. А в этот раз обязательно все получится. Да. Да, конечно. Там все объясняй, что ты видишь. А мама спокойно будет ехать, смотреть внимательно на дорогу и поедем. Ты помнишь, как заходить в двери? Да, только не дотрагивайся, просто покажи свою ручку. Да. Вот так, и двери открываются, никого нет. И сейчас мы должны выбрать персонажа, да? Самое главное, подожди. Ой, карточка упала. Тихонечко. А какой стороной? Да, там, где кот зайка. Кот. Вот, да. Вот так показывай. Вот, молодец. Да, сейчас посмотрим. На какой этаж мы должны идти? Я не знаю. Окей, почему-то нету, говорит. Ну, пошли сразу на третий этаж, зайчика. Нам нужно на третий этаж идти. Пойдем. Ну вот, мы уже одели пижаму. Все готово, пойдем ждать. Когда позовут Лукаса на операцию. Красавчик мой. У тебя такая же пижама, как в прошлый раз. И такая же, как была у Элиаса. Да? Потому что больница-то вся под одной... как бы под одним названием. Просто разные филиалы. Ну все, пойдем, солнышко. Вот, да, здесь очень... Чтобы легче было, когда ты их стираешь. Вот самые-самые маленькие, это были 60 сантиметров. Пижамка. Самый большой 170, это уже для подростков. Ты хотел быть таким большим? Да. Есть даже для совсем вот взрослых тоже. Наверное, ну, когда уже... Да, это, наверное, когда уже взрослые. Ну, хотя это детская больница, но все равно есть разные размеры. Я буду взрослым. Взрослым? Нет, это детская больница, зайчка. Тебе будет 18 и все. В эту больницу уже не попадешь. Но если только врачом захочешь стать, тогда. Ну что, готов? Морально и духовно? Да. Да. Все будет хорошо. Я буду один день. Да, один день будем вместе с мамой. Покажите ему операцию. Поиграем. Все правильно, молодец. Умничка.
И еще пойдет так много, что нам разрешили пойти в игровую комнату. Нам с Лукасом сказали, что операция задерживается. Еще предыдущего пациента не прооперировали. Поэтому тебе поставили такие красивые перчатки. Там гель, который обезболивает. И потом тебе будет не больно, когда будут делать конюлю. Да, и сейчас мы пойдем играть, потому что у нас еще много времени. В игровую комнату. Такой комнаты раньше вообще не было в игровой. Мы сейчас нашли такую комнату удивления и успокоения. Вау, какая! Только не ударь, смотри, чтобы не ударила тебя. Какая вертушечка. Элиасу понравится, да? Покажем Элиасу, Никласу, какие здесь штучки. И такой аквариум, посмотри. Да, она прямо меняет. Как уфу, уфу. Даже не надо держать, да, она сама. Ага. А, понятно. Можно вот так вот включить, и она будет делать. А смотри, какой аквариум красивый. У нас бы дома такой, да? Аквариум. Надо посмотреть. Элиас хочет аквариум с рыбками? Ну, давай покажи, что здесь. Ага. Вау, лампы, можно свет менять. Жалко, нету такой у нас, да. Какая красота. Комната успокоения и удивления. Точно. Самое настоящее удивление. Ага. Это тоже какая-то штукенция непонятная. Ага, ты крутишь, и тогда все крутятся, да? Пальцы не застряли. Смотри, чтобы пальчики не застряли. Светятся. Вау. Какая красота. Как же здесь красиво. Я думаю, не надо там трогать. Красиво, красный такой прямо. Вот эта комната такая сразу. Кстати, там тоже стала, смотри, красная вот эта штучка. Когда ты нажал красный. О, она тоже меняется. Они взаимосвязаны, похоже. Да, здорово. Все, сиди и наслаждайся. Угу. Не ударь только себя, зайка. Полное наслаждение, да? Вау. Это очень красиво, да. Да. Ага. Будет тогда, да, будет менять направление. Здесь очень классно. Угу. Красота. Да, интересно, что это за штука такая? Она там включается, видишь, наверное, кнопочка есть, посмотри. Вот, наверное, кнопочка. Вот, и она начинает танцевать. А, ее заводишь, и она, смотри, как... Ой, красивая лягушка танцует. Красота. Слишком? Танцующая лягушка. Смотри, какие еще здесь треугольнички с песком есть. Их можно... Ага, это тоже лампочка, да? Тоже меняет цвет. Смотрите, какая это. О! А, это просто. Смотри, там есть еще другой цвет. Просто песочек такой. Еще и с блестками даже, смотри. А, это водичка вообще. Круто. Пузырьки пускать, да. Пускает? А вот она потихонечку, видишь, опускается. Да, аквариум такой звук делает. Когда поворачивается, видимо. Когда нас позовут, зайчика, сейчас ты свободен, можно поиграть. Ну,
пойдем посмотрим. Можно идти играть туда? Там свободно, нет? Сейчас мало народу. Мальчик один ушел. Как быстро Лукас уже наверх забрался. Аккуратненько только, зайка. Как ты выйдешь теперь оттуда? Интересно, интересно. Вот как. Молодец. Аккуратненько, не упади. Такая лазилка. Можно и сидеть, и полазить. Да? А куда мы пришли? Расскажи, куда мы пришли? Что это за комната? Игровая комната. Здесь игры есть настольные. Хоккей, футбол, бильярд и музыкальная сцена. Давай поиграем. Во что мы будем с тобой играть? Угу, это руками, да. Там, наверное, с наушниками, да. Да, как будто бы на настоящем пианине. Идет музыка, да? По нотам играй. Смотри, ноты, там же ноты есть. Видишь, там даже песенка. Можно вот по нотам. А смотри, тут такие ноты, что можно нажимать по цветам. Видишь? Ага, музыкант настоящий. И барабаны здесь, и все. Мальчики эту комнату обожали. Тут ничего не меняется. Хорошо, что это все в свободном доступе для детей, кто в больнице. Правда? Красота. Хорошая музыка? А как я послушаю? А, одену? Давай я послушаю. Так, тихо. Никак. Вот так. Ой, как красиво. Очень красиво. Очень красиво, зайка. Спасибо за мелодию. Слышишь? В наушнике идет звук? Идет, да, звук, зайка? Идет? Молодец. И так время пройдет незаметно. Хорошо, что нас послали сюда. А то там ждать, время тянется. И ничего страшного, что задерживается операция. Ничего страшного. Главное, чтобы сделали сегодня. Мы готовы подождать, да? Поиграем в игровой комнате и подождем спокойно. Все хорошо. Лукас играет в бильярд. Аккуратненько. Ему не очень удобно, потому что руки намазаны. Вау! Вот это удар! Молодец! Ты забил шарик! Умничка! Давай дальше. Посмотри. Ой, ничего страшного. Руки не повреди. Все хорошо. Подойди поближе. Цыпленок внимательно наблюдает, как ты играешь. Да. Давай, давай. Удар. Первый раз играет Лукас. По-настоящему уже дорос до этого стола. Да, давай, давай. Ну, попробуй. Ну, не факт. Ты попробуй сначала. Да ладно, почти. Молодец. Ничего страшного. С какой стороны? Так, так, так. Давай. Молодец. Попробуй. У тебя получится. Ты у нас молодец. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Немножко неудобно, что руки-то завязаны. Все в геле в этом. Ничего страшного. Другая попытка. Вот, молодец. Лукас тренируется. Потом, когда будем играть с Никласом и с Элиасом, будет тебе легче, правда? Ну, переставь его немножко, конечно. Вот так вот. Вот так, молодец. Да, он просто внимательно смотрит, он со всех сторон все видит.
Тихонечко. Да, тебе неудобно. Дорос до стола. Почти. Молодец. Ничего страшного. Ничего страшного. Да. Почти. Ничего страшного. Попадешь обязательно, конечно. Попадешь. Ничего страшного. Следующий. Да, я тебе не мешаю. Давай попробуй попасть. Ударил. Ну, не попал. В лунку. Ничего страшного. Давай. Ай. Не совсем получилось. Вот молодец. Вау. Супер. Угу. Ух, как там много. Нет. Белый упал у тебя. Привет. Иди назад. Молодец. Сейчас ты точно попадешь. Давай, аккуратненько. Давай, точно попадешь. Почти, не получилось. Ничего страшного. Попал. Ну, не совсем то, что надо. Ничего страшного. Не так-то просто. Но главное... Давай. Ой, почти. Еще чуть-чуть. Давай. Вот это удар. Теперь давай. Попробуй. Тихо. Спокойненько. Все сейчас загоним в лунки. Ой, ничего страшного. Угу. Опять беленький. Сейчас он. А он, наверное, не катится, да, оттуда доставай аккуратненько. Вот, ну ничего, все эти мячики попадут в лунку. У них нету выбора. Остался последний. Я же говорю, все поле будет пустым. Ой. Не успела даже снять. Ты забил последний. Ты выиграл. Поставь хорошо теперь кий. И давай поставим, наверное, соберем красиво, чтобы следующие пришли и тоже смогли поиграть. Да?